помоги мне добраться до Коваля. Пообещай, что он умрет раньше, чем я. Теперь ты убьешь меня, да? Чуть не срубился. Нет. Колеса больше нельзя. Мотор стуканет. Синоптики нам обещают сегодня по-настоящему летний день. Столбик термометра уже достиг 30-градусной отметки. Для метеозависимых людей напоминаю, что повышение атмосферного давления может вызвать ухудшение вашего самочувствия и бессонницу. Так что пейте побольше воды, сходите на пляж и выспитесь. Ну да. Вот это да. Девчонка вообще не спит. Слышь, Даш? Кажется, отпустила. Чё завис? Как тебе новость? Я думал, ты вообще исчезла. Даже как-то обидно. Поговорить-то не с кем. Дашка друзей в беде не бросает. А девчонка опасный игрок. Ага, а ты думал? Все по-серьезки. Самый опасный. И что мне делать? Не знаю. Хотя... кирпичи поможешь собрать? Наша игра близится к финалу. Их осталось всего четверо. Кому удастся победить и получить в награду жизнь? Делайте ставки, господа. Ждать осталось недолго. Марина, ну, слава богу, вернулся. Как самочувствие? Все хорошо, спасибо. Удалось узнать что-нибудь? Узнать нет. Мне стало плохо, я ездила домой. Подожди, Марина, что происходит? Ничего. Тебе сказал кто-то что-то? Нет, я просто устала, извините. Ира.
Неужели уснула? Вы же знаете, я не сплю уже 6-й месяц. Марина Викторовна, вы хотели реанимацию посмотреть. Вас уже ждут. Хорошо, сейчас. Марин, давай только недолго. Угу. К тебе гости. Вот наша Ирочка Константинова. Сирота. Родители погибли в автокатастрофе. Патология мозга в результате стресса. Началось. Одна и та же волынка каждый день. Ах, бедная девочка. Ах, не спит. Одна бабушка ее воспитывает. Дайте деньги на исследование. При таком диагнозе, к сожалению, подобные реакции стандартные. Ну, не будем мешать Ире. Я задержусь на пару слов. Хорошо, я буду ждать вас внизу. Что еще? Ир, я знаю, как тебе тяжело. Нет, не знаете. Я видел людей, которые подолгу не спали, они превращались в зверей. Я хочу тебе помочь. Мы найдем лучших врачей, лучшие лекарства. Здесь мои телефоны. Если что-то понадобится, звони. Понадобится что? Все, что угодно. Что-то типа того. Слушай, а родители дома? Мама там. В компьютере. Сейчас позову. Нет. Слушай, про фей взрослым рассказывать нельзя. Хорошо? Выход где? Там. А ты еще прилетишь? Если погода будет летная, то да. Я тебя буду ждать. Спасибо. Да, алло. Евгений? Здравствуйте. Меня зовут Олег. Мы с вами не знакомы, но работали на одного человека. На кого? На Андрея Ивлева. Я его адвокат. Что вам надо? Я занят. Увидеться? Для вас это важно. Поверьте мне, что бы это ни было, это не важно. Посмотрите на картинки. То, что вы видите, это у меня в кармане. Это ложь. Разводка. У вас этого не может быть. Ну, не может. А есть. Побеспокойтесь о своей жизни. Бросайте все. Адрес я сейчас пришлю. Игра в городки. Странное занятие для глюка. Чё, струсил? Боишься продуть собственному галюну? Боюсь. Это все, Даш, мне конец. Тебе? Это ей конец. Трое мужиков и девчонка. Те двое ее разорвут.
Хорошо бы. Говнеца в тебе порядком, малыш. Что? Я что, по-твоему, должен ее жалеть? А почему нет? Она же как ребенок. Ее хотят убить. Нормальный человек будет против этого. Ты что, совестью моей заделалась? Не видишь, мне и так страшно. Чего ты боишься, Леш? Чего тебе терять-то осталось? Жизнь. Жизнь у меня пока еще осталась. Ясно тебе? Так себе жизнь. У тебя и такой-то нет. Давай. Давай! Скажи еще, что я баба, и место мое на кухне. Да ну тебя, невозможно. Ты должен спасти девчонку. Я никому ничего не должен. Ты мне должен, ты меня не спас, хотя обещал. Это не Даша. Даша умерла. Ты просто мой порушенный мозг. У меня в голове что-то лопнуло, понятно? Ты не настоящая. Не настоящая, да? А вот так, а так? Че теперь скажешь? Че тебе надо вообще? Быстро сел за руль, поехал. Ира. Ир. Черт. Ира! Ира! Вот дрянь. Тогда! Садись в машину, быстро! Красава. Спасибо за девчонку. Не благодари. Что? Войдите. Виктор, я отдыхаю. Марина, объясни мне, что случилось? Ты шарахаешься от меня, как от огня. Ничего. Ничего не случилось. Я просто устала. Я ничего не узнала. Я ничего не хочу. Тебе что-то наговорили про меня, да?
посоветовали не доверять мне. Но я же на твоей стороне, Марина. Господи, боже мой, ну нет никаких сторон. Меня это все достало. Я просто хочу это закончить. Раз и навсегда, понятно? А я все равно хочу тебе помогать. Что ты узнала? Разговаривала с женщиной из нашего благотворительного фонда. Так. Нет, Виктор, лучше уходи. Марина, очнись. Да, тебе наговорили что-то. Возможно, запугали. Пойми, здесь все преследуют свои цели. А ты не преследуешь свою цель? Преследую. Но мои цели схожи с твоими. Виктор, лучше уходи. Иначе я вызову охрану. Вы Олег? Да. Олег, узнаете? Антидот. Это фальшивка. Маркировка, цвет, логотип. Вы же прекрасно знаете. Такое сложно подделать очень. Ну и что мешает мне просто забрать? Спокойно, спокойно. У меня их две. Давай вторую сюда. Быстро. Я не шучу. Вы всерьез думаете, она у меня? Вторая ампула в надежном месте. Ты должен сделать мою работу. И тогда получишь препарат. Но это нарушение. Я стану беглецом, а это приговор. Зато будешь жив. И сможешь заснуть. Ну, будем размышлять. Что нужно делать? Для тебя ничего нового. Лишь убить. Лишь убить одного человека. Но это VIP-участник. Я видел ее на обеде. Вдова Ивлева. Зачем? Вопрос неуместен. Но она в казино находится. Туда так просто не попасть. Я помогу тебе. У меня там есть надежные люди. Гарантии? Ну что еще? Контракт с арбитражной оговоркой. Так. Мое слово – твоя гарантия. Лучшего не будет. Все, обед. Сутки не жрал. Дашу помнишь? Мы любили с ней сюда приезжать. А сейчас я типа не с вами? А тут красиво.
только немного страшно. Зато не вырубишься. Так что с тобой? Почему не спишь? Ну, все по-разному говорят. Кто стресс, кто микроинсульты. Я как узнала, что умерли родители, сразу спать перестала. Жаль тебя. Ты же совсем еще мелкая. Какой ты милый. Сейчас расплачусь. Слушай, можно потише? А ты это кому? Не обращай внимания. Ну вот, врачи говорили, что все пройдет. Но не прошло. Да уж. И что у меня не так? А то все время дрыхнуть тянет. Да, да, да. А зачем ты меня спасаешь? Я не знаю. Ну, а что делать? Нужно же что-то делать. Угу. И лучше, чтоб что-то хорошее. Ну, я так думаю. Винишь себя из-за дочки Олега, да? Зря. Никто тебя не судит. Только ты сам. Девчонка-то дело говорит. Это взрослая. Хоть совсем мелкая. Ты просто обязана выжить. Олег пытался меня спасти, погиб. Ольга пыталась меня спасти, погибла. Ты тоже погибнешь. Может, я этого не стою? Ага. Скажи ей, что за это она должна, как минимум, лекарство от рака открыть. Ну, или дом на Луне построить. Замолчи ты уже, а? Извини. Угу. С кем ты там разговариваешь? Да так. Мысли вслух. А. Поехали. Ну и вот я говорю ему. Может, что-то посоветуешь мне? А он такую морду свою скривил, через губу мне ответ. Мне поесть. Вы садитесь за столик, я принесу вам меню. Не надо меню. Просто мясо. И воды. Просто холодной воды. Хорошо. Ты где? Выходи на палубу. Почему здесь? Нет камер, нет слежки. А если тебя вызовут? Следующая остановка через 10 минут. Что случилось? Адвокат Ивлева предложил убрать мне Марину. За антидот. Хорошо, я сделаю это. Ты? Ты с ума сошла? Ты даже не спросила, откуда он у него? Не спросила, зачем, почему. А нужно? Ты же сказал, что поверил ему, значит, он как-то доказал. Злат. Женщину убить очень легко. Вообще-то не так легко, как ты думаешь. Мы не можем никому доверять. Мой козырь. Надо внести смуту в управление казино. Тогда им будет не до меня.
Хорошо, я все сделаю. Нас ничто не разлучит. Но если адвокат соврал, он умрет. А ты жестокая. Мне есть ради чего быть такой. Что это? Передай этой Ивлевой. Пусть считает меня своим другом. Остановка парк Горького. Мне пора. Останешься? Пока да. Вода меня успокаивает. Начинаешь верить, что все будет хорошо. Откуда ты знаешь это место? Я часто приходила сюда в детстве. Мне нравятся поезда. Странное увлечение для ребенка. И вообще странное. О, да. Кто бы спорил? Да она не спит вообще. Чокнутая, наверное. А ты мертвая. Никогда. Трудно, наверное, совсем не спать. А хочешь, я тебе признаюсь? Давай. Я рада, что я не сплю. В смысле? Боюсь увидеть во сне маму с папой. Та, что из больницы. Ну, та, которая не спит. А, да-да, Ир. Что случилось? Случилось, да, я... Я так больше не могу. Передать моей бабушке, что я люблю ее. Я больше не могу не спать. Я просто схожу с ума. Подожди, ты где? Давай я приеду. Не надо приезжать. Я уже все решила. Решила что? Вода горячая. Так горячая. Холодным утром отключен, профилактика. Холодный. Вообще нет. Не знаю, может, Борис. И что вы делаете? Холодная вода есть? Отключили. А лед? Это для коктейлей. Дай сюда. Где была? Дома душ принимала. Душ есть и в казино. Будьте рядом, идут последние часы. Дамы и господа, очередной час перемирия окончен. Их осталось всего четверо. Кто не переживет эти сутки, делайте ваши ставки. Финал близок. Ты в курсе про девчонку? Да, ей все равно не выжить. Ее разорвут, это лишь вопрос времени.
И в наших интересах, чтобы это произошло скорее. А что ты будешь делать, если вы останетесь с ней вдвоем? Ей останется дождаться, пока ты уснешь. Ты хотел ее забрать. Тебе плохо? Не, ну, просто ты разговариваешь сам с собой. Я, наверное, засыпаю. Я вижу сны открытыми глазами. А. Давай договоримся. Я не буду давать тебе спать. А взамен? А взамен ты меня спасешь. Где-то я уже это слышала. В Питер отправь. Классная тема. Я не уверен, что получится, но я постараюсь. Угу. Виктор, я уже все сказала. Это я. Что случилось? Кого-то опять убили? Не смотрите? Не могу больше. Самые страшные 3 дня в моей жизни. Я бы не была так уверена. Это от Жени. И что здесь? Это может вас шокировать. Вряд ли меня что-либо может шокировать. Не спешите. Если что, звоните доктору. Да ты с ума сошла, нас размажет! Пойдем, я 100 раз так делала, пойдем! Куда? Пошли. Дала? Да. Может, не придется убивать, сама повесится. Тогда не засчитают. Скорее бы конец, Женя. Я устала. Держись, Лад. Осталось всего 3. Девчонка непредсказуема. Скорее бы она выбыла. Уверен, это вопрос всего нескольких часов. Интересно, как она умрет. Ира! Не подходите, я прыгну! Как вы меня нашли? Позвонил охране. Из больницы ты не выходила. По телефону слышал сирену скорой помощи. А отделение твое на последнем этаже. Стойте. Я присяду. Зачем вам это нужно? А зачем ты это делаешь? А зачем так жить? Я не сплю, я ненавижу всех. Я вчера ударила бабушку, я ненормальная. Эх, посмотри вокруг. День-то какой прекрасный. 190. Что 190? Я не сплю уже 190 таких чертовых дней. Я больше не могу не спать, как вы не понимаете. Посмотри на небо. Ты видишь звезды? Их не видно. Но это не значит, что их там нет. Сейчас тебе кажется, что жизнь твоя кончена, но это не так. Ладно, все, хватит! Не надоело это чушь! Все! Все! Все. Успокоились. Родители уходят. Но это не значит, что больше нас никто не полюбит. Ты поправишься, у тебя будет новая жизнь. Все будет хорошо. Зачем вам все это? Я хочу тебе помочь. Ты мой шанс. Какой шанс? Шанс изменить всю мою жизнь. Ты победишь. Мы победим. Саша здесь. Совсем близко. Даже ближе, чем ты думаешь. Газуй! Thank you.
сдаться. Это же наш дом в Австрии. А что он здесь делает? Вы? Откуда здесь судья? Кто сказал, где? Главное, все знает, он нас прислал. Спасибо. За что? Я его убил. Ты меня спас. Еще не спас. Остался один игрок, и он самый опасный. Придется бросить. Пойдем тачку ловить. Угу. А знаешь что? Возьми ее. Ну, как талисман. Вдруг поможет. Спасибо. Тогда возьми мою машину, что ли? А то далеко не уедешь. А я даже помню, где она стоит. Шикарное у меня подсознание. Просто супер. Все ты, да? Все ты. Нет бы мне тоже спасибо сказать. Мужики, а? Да. Адское разрушение. О подборе игроков наверняка пошел бы дальше. А если другие VIP-участники узнают? Не узнают. Мы вынесем тело на склон и сбросим в ущелье. Неудачно покатался. Дамы и господа, игрок номер 7 выбыл. Поздравляю. Плохо без машины? Угу. Так мы легкая мишень. Да и видок у нас не очень. Да уж. Как у нас в заяве утерпило. Глаза красивые, вдумчивые. Одного не хватает. Это твой ментовской юмор, это что-то. Не поняла. М. Ну да. Дай свой паспорт и смартфон. Зачем? Я знаю, где тебя спрятать. Там Жень до тебя точно не доберется. По крайней мере, в ближайшее время. Лёш, чё задумал? Идея супер.
Слушай, давно мечтал о машине, все покупаю однозначно. Премиум класс, наверное. Ну, естественно. Горжусь тобой. Ну что, куда идем? Не знаю. Пойдем в киношку сходим. Места для поцелуев? А ты вообще в курсе, что я умерла? Это некрофилия какая-то получается. Да иди ты. Ты вообще не Даша. Ты часть моего порушенного мозга. Ты часть меня. Понятно? Ну, если я часть тебя, тогда вообще анонизм. Прости, малыш. Ты чего? Да, Марин, чем обязан? Олег, мне нужно вам кое-что показать. Мы должны с вами встретиться, это очень важно.